Дорогие друзья, кот Леопольд представляет. Впервые в вашем городе спектакль-сказка для всей семьи. Новогодние приключения кота Леопольда. Проказники мыши решили испортить новогодний праздник, а на выручку к нему приходит Дед Мороз. Это захватывающая история, не оставит равнодушными даже самых маленьких зрителей. 3 января, ЦКД «Юность», мы ждем вас на наших представлениях в 12 и в 15 часов. А по окончанию спектакля всех зрителей будет ждать новогодний розыгрыш призов от Деда Мороза. Суперприз – телефон. 3 января, 12 и 15 часов, ЦКД «Юность», мы ждем вас.